Задача. Ах, Адель, подумай только. Я не видел ее 2,5 месяца. Скажи, она хоть изредка вспоминала обо мне? Каждое утро, господин Альфред. Ты шутишь? Честное слово, как только она открывала глаза, она уже говорила о вас. Что же она говорила? Ничего особенного, каждое утро одно и то же. Адель! Ну, говорила она, если сегодня придет господин Альфред, меня нет дома. Все ясно. Кто-то восстанавливает ее против меня. Но ничего, когда я приду к ней... Она вас не примет. Уже хорошо. Значит, она боится. А когда человек боится, он сдается. Не думаю. Насколько я знаю свою барыню, в жизни она боится только 2 вещей. Это грозы и тараканов. Ну, просто даже удивительно. Взрослая женщина, но если загремит гром, она теряет всякое самообладание и в ужасе залезает под стол. Точно так же на нее действуют тараканы. С той только разницей, что от тараканов она залезает на стол. Могу себе представить ее безвыходное положение, когда она увидит таракана как раз в тот момент, когда загремит гром. Вот вы шутите? А моя барыня из-за этого попадает в очень скверные истории. И недавно ее застала гроза в городском саду. Гром гремит, а стола-то нет. Прятаться-то некуда что? Так она со страху залезла под зонтик какому-то совершенно неизвестному ей мужчине, обхватила его руками и не выпускала до тех пор, пока гроза не закончилась. Обхватила? Обхватила. И не выпускала? И не выпускала. Решено, я приду к ней во время грозы. А говорят, весь июнь будет стоять отличная погода. А, ждать до августа я не могу. Нет, Адель. Пусть будет, что будет, но тебя сегодня не должно быть дома. Интересно, а где это я должна быть? Ну, скажем... Хотя нет. Боже мой, о чем же я думаю? Так, вот, держи! А что это такое? Это пригласительный билет на бал маскарад князю Орловскому. Ты только представь себе, загородная дача, четыре оркестра, гора фруктов, море шампанского, танцы до утра и воспоминания до гроба. Правда? А если меня не пустят? Ну так убеги. Точно. А в чем я пойду? Возьми какое-нибудь платье у своей барыни. Ну нет, только не у барыни. Почему? Ну потому что мне не очень нравится, как барыня одевается. А еще говорят, что нахал я. Знаешь, милая, мы не можем ждать,
пока твоя барыня будет одеваться в твоем вкусе. Что-нибудь придумаешь. Одним словом, я даю тебе этот билет, а ты мне даешь слово, что тебя сегодня вечером не будет дома. Обещаешь? Право, даже не знаю, как быть. О, боже мой, пригласительный билет. Сего числа князь Орловский просит вас. Вас. Ну, раз сам князь просит, ладно, обещаю. Адель, ты ангел, и ни слова Розалинде. Сердце красавиц склонно к измене и к перемене. Господин Эйзенштайн дома? Еще не приходил, сударь. Откуда эти цветы? Какие цветы? Эти. Ах, эти. Это мои цветы. Твои? А мои, сударыня. Эти цветы, сударыня, мой свадебный подарок. Дело в том, сударыня, что сегодня свадьба одной моей родственницы. Я хотела вас попросить, отпустите меня сегодня на весь вечер. Но ты же всегда говорила, что все твои родственники живут где-то в деревне. Кроме бабушки, которая, кажется, живет в городе. Совершенно верно, сударыня, вот как раз сегодня свадьба моей бабушки. Серебряная. Ну, а позволь, она же умерла. Умерла? Да, умерла. А умерла как раз день своей серебряной свадьбы. Так что день свадьбы, годовщина смерти справляется в один и тот же день. И эти цветы я купила специально для того, чтобы положить их на ее могилу. На всю ночь. Куда? Она это... Как его? На кладбище! Ночью? На кладбище? Ну ты с ума сошла. Кому это нужно? Бабушке это, конечно, ни к чему. Но дедушке... Дедушке, сударыня, это просто необходимо! Боже мой! Так он ее любил! Но, к сожалению, дедушка может приехать только вечерним поездом. А правда, ночного поезда нет. Вот мы решили с ним. Посидим на могилке, попляшем, поплачем. Помолимся, а утром я провожу его с кладбища на вокзал и вернусь. Можно? Помоги! Нет,
сегодня я не могу тебя простить. Достань-ка лучше из коробки мое новое платье. Слушай, я хочу показаться в нем Генриху. Уверена, так только он меня в нем увидит, ему захочется со мной куда-нибудь пойти. Сажают в тюрьму. За этого лесничего, которого ты подстрелил в лицо? Да нет, не за лесничего. За что же тогда? За рябчика. Хотя дело здесь, по правде сказать, не столько в рябчике, сколько в этой старой свинье, бароне фон Кайфенштурм. Ты представляешь, милая, он оказался председателем общества по борьбе с браконьерством. Я предлагал ему любой штраф, любые извинения. Он все время стоял на том, чтобы я сел. Зачем ты только охотился на его земле? Ну, милая, это произошло совершенно случайно. Когда мы с Эммой вышли из поезда, то отправились в охотничий домик самой кратчайшей дорогой. Погоди, с какой Эммой? А кто сказал с Эммой? Ты? Я. А что тебя в этом удивляет? Прости, Генрих, но меня это больше, чем удивляет. Кто это Эмма? Эмма это собака. Собака? Собака. Где же ты ее взял? А мне ее одолжил Шульц. И собаку Шульца зовут Эмма. И собаку Шульца зовут Эмма. Что за фантазия? Назвать собаку именем своей жены. Ну а что же ты хочешь от этого Шульца? Он у нас вообще фантазер. Ты знаешь, милая, как он называет свою жену? Как? Киса. Киса. Ну что же в этом удивительного? Розалинда, ты меня поражаешь. Назвать жену именем кошки. Для тебя неудивительно, а назвать собаку именем жены удивительно. Где тут логика? Ну да ладно. Как я уже сказал, отправились мы с собакой, самой кратчайшей дорогой. Ну, конечно, идем, разговариваем. Кто же это, с кем разговариваешь? Ну, конечно, я с собакой. Не собака же со мной. Ну, конечно, идем, разговариваем. Вокруг природа, погода. Резвится, как дитя. Мы даже не заметили, как зашли на территорию этого проклятого барона. Вдруг, рябчик. Эмма как закричит нечеловеческим голосом: «Стреляй! Стреляй!» Ну, знаешь, это уже слишком. Как же эта собака может кричать нечеловеческим голосом: «Стреляй! Стреляй!» Ну, а что же ты хочешь, чтобы собака кричала человеческим голосом? «Стреляй! Стреляй!» Точно нечеловеческим. Как может? Хвост в струнку, лапки вот так, грудь вперед, на лице румяна. На чьем лице? Ну, конечно же, на моем. Представляешь, как это было неожиданно. Эмма, всегда такая спокойная женщина, а тут вдруг... Значит, Эмма все-таки... Нет же, я говорю, Эмма. Всегда такая спокойная женщина с легкостью справится с такой собакой. А тут рвется вперед, как бешеная. Я стреляю из одного ствола, рябчик падает вниз. Я беру ниже, вверх,
сливается лесничий. Рябчик, конечно, молчит, лесничий начинает так орать, что сбегаются люди. Вот я, драконье. Сегодня суд. Суд удаляется, суд возвращается. Все встают, они сажают на 8 суток. И сегодня ровно 8 вечера я уже должен сидеть в тюрьме. Генрих, это немыслимо. Что? А что говорит адвокат? Неужели адвокат, ничего нельзя сделать? Адвокат не уверен, что ему удастся отменить решение. Вот, кстати, и он. Дорогая, мне пора собираться. Как
Генрик, уже? А разве ты не можешь пойти попозже? Ну, тюрьма же, наверное, работает круглые сутки. Наверное, но я дал честное слово судье, что ровно 8 я уже буду сидеть. Это какое-то безумие. Лишиться свободы из-за рябчика. Недаром сударыня говорится, охота пуще неволи. А ты-то не вмешивайся. Просто не представляю себе, как ты там будешь жить. Генрих, а ты не знаешь, какое там может быть общество? Ну, какое там может быть общество? Какой-нибудь сброд, с которым интеллигентному человеку даже поговорить будет не о чем. Господи, пошли, чтобы за это время посадили как можно больше порядочных людей. А это еще зачем? Чтобы тебе не было так скучно, милый. О, добрый вечер. Господин Фальк, вы слышали? Генрих садится в тюрьму. Я в полном отчаянии. Госпожа Розалинда, я вполне разделяю ваше огорчение. Но просидеть каких-нибудь там 7 суток, это не так уж и много. Ну, во-первых, не 7, а 8. Ну, 8. Легко говорить. Ну, 8. Я дома-то подряд столько дней никогда не сидел. Да я просто не выдержу. А как же люди в тюрьме по 20 лет сидят? Ну, ты знаешь, нашел с чем сравнивать. Вот за 20 лет ко всему можно привыкнуть. Генрих, не нервничай. Никто не виноват, что ты вдруг ни с того ни с сего сделался охотником. А почему вы его не отговорили от этого? А еще друзья? Сударыня, вы несправедливы. Я всегда высказывался против охоты. Может быть, вы... А вот, например, Шульц. Шульц даже одолжил ему свою собаку. У Шульца нет собаки. Как нет? Генрих мне только что сказал, что у Шульца есть собака. Генрих, значит, ты мне сказал неправду? Ага, видишь ли, Розалинда? Сударыня, неужели вы думаете, что Генрих может сказать неправду? Ай-яй-яй-яй-яй. В таком случае лжете вы? Сударыня, я никогда не лжал, не лжу и лжать не буду. Но позвольте, если вы говорите, что у Шульца нет собаки, Генри говорит, что есть, да, то кто-нибудь из вас обязательно говорит неправду. Да, да. То есть нет. Сударыня, сейчас я вам все объясню. Дело в том, что ровно 20 минут тому назад собака Шульца сдохла. Генрих об этом еще не знает. Поэтому Генрих говорит, что есть собака, а я говорю, что нет собаки. От чего же она сдохла? Кровоизлияние в кост, сударыня. Бедный Гектор, я так его любил. Ну. Почему Гектор? Эмма? Эмма — это жена Шульца. Я знаю, что жена. Но Генрих сказал, что собаку Шульца тоже зовут Эмма. Кто сказал? Генрих. А вы говорите, что собаку зовут Гектор. Я сказал Гектор? Ну да. А это вполне понятно. Дело в том, сударыня, что Гектор стал Гектором почти перед самой своей смертью. А до этого был Эммой. Эммой. Как же это может быть? Нужно вам сказать, сударыня, что Шульц купил свою собаку Эмму раньше, чем он познакомился со своей будущей женой Эммой. Потом, когда он женился, как вы сами понимаете, из-за этого у него начались всяческие недоразумения. Простите, я как раз ничего не понимаю. Какие недоразумения? Почему? Ну как почему? Скажем, Шульц сидит один у себя в комнате, ему скучно. И он кричит: «Эмма! Эмма!» И что же получается? Собака думает, что он зовет к себе жену и не трогается со своего места. А жена думает, что он зовет к себе собаку и тоже не идет. Представляете, какая у него семейная жизнь началась? Он терпел-терпел и решил переименовать собаку и назвал ее мужским именем. Ну да, это же мужское имя, Гектор. Ну да. А как? И что же, собака этого не выдержала? Не выдержала и сдохла. Сдохла Гектора. Сдохла. И что же получается?
Будучи по существу Эммой. Будучи по существу своей Эммой. И что же получается? Сдохла собака! Сдохла! Жарко. И Гектор кричит, кричит, и... О, ужас! Собака не выдержала собака и сдохла Гектором. Принести ему прохладить. Будучи по существу скорее, Эммой. Скорее, прикажи, Адель, принести ему что-нибудь прохладное. О! Невозможно. А тебе пора в тюрьму. Мне-то давно. О, моя мигрень. Моя мигрень. Спасибо, Фальк, ты настоящий друг. А ты настоящая свинья. Ты позволяешь себя черт знать, что я потом должен из-за тебя выкручиваться. Нашел время читать нотации. Кому? Кому ты их читаешь? Без пяти минут узнику. Это вместо того, чтобы скрасить последние минуты перед расставанием. Ну не сидись, Гектор. То есть, прости, Генри. Знаешь что? Я пришел за тем, чтобы предложить тебе провести сегодняшнюю ночь вместе. Ты хочешь отправиться со мной в тюрьму? Нет, я хочу, чтобы ты вместе со мной пошел на маскарад. Где же маскарад? Князю Орловскому. Князю Орловскому? Ну это же... Нет, невозможно. Я дал честное слово судье, что ровно в 8 я уже буду сидеть. Ну подумаешь, пойдешь в тюрьму утром. В конце концов, в тюрьме все равно ночью не сидят, а лежат. А что, если в самом деле рискнуть? Я бы на твоем месте обязательно рискнул бы и даже воспользовался бы таким удобнейшим случаем. А почему удобнейшим? Ну как, почему? Если тебе не нужно было бы идти в тюрьму, то Розалинда тебя заставила бы сидеть тебе дома. А так ты говоришь, что идешь не в тюрьму, а сам идешь на маскарад. И тебе удобно, и жене спокойно. Идея! Нет, нет, не уговаривай. Для чего? Почему? На ночь глядя в тюрьму... За решетку в пышном свете все садятся на рассвете. Едем, брат, на маскарад, не Орловский будет брат. Не будет тюрьма, а там шутки, смех, веселый говор. Князь богач, французский повар и цвет не прелестных дам. А тюрьма, брат, не уйдет, подождет. Там выбор богат, и на вас пригласит. Дружись до утра, жизни до утра ты сил. Плывешь под паркетом, так долго в круг, а тут под жилетом тук-тук-тук-тук. И утречком ровно, как мальчик пай, пойдешь. Da-d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 a
всех домами. Не угодно ли, господин Паль? Пожалуй, пожалуй. Господин Паль, можно мне сейчас поговорить с вами? Ну, не просто с вами, как с вами, а с вами, как с директором театра. Адель, что за фантазии? В чем дело? Возьмите меня к себе в актрисе! Адель, ты сошла с ума! Я готова на любые условия, господин Паль. Ну-ну. Я согласна играть за самое-самое маленькое жалование, самые-самые большие роли. Адель! Неужели ты серьезно думаешь, что из себя может получиться нормальная актриса? Ну, взгляни на себя. Я каждое утро представляю, что я кого-нибудь представляю. Представляю. То я один очки. А то я Розина. То я Одетта. А то я Джульетта. Ой. А сегодня утром я вытирала пыль, как орлеанская девственница. Адель. Я знала. Ты глупее, чем я думал. Да разве можно с такими манерами, с такой плохой, невыразительной внешностью сделаться актрисой? Да я бы не взял тебя даже к себе в горничные. Можно подумать, что ты никогда не служила в порядочном доме. Ну как ты стоишь? Что за руки у тебя? Палки какие-то. Закругли их в локтях. Туловище наклони вперед. Голову чуть-чуть на бок. Теперь улыбнись. О, Господи. И запомни, только этого еще не доставали, голубушка. И запомни, что улыбка для горничной. Господи, ступай туда. Туда. Господи, и где только набирают такую деревенщину. Ну, все, я готов. О, замечательно. Розалинда, я иду в тюрьму. Во фраке? Ну, а что же ты хочешь? Я иду в первый раз в жизни в незнакомое место. Конечно, вот когда его еще раз посадят, он уже пойдет в пиджаке, как свой человек. Пойдем, я провожу тебя до тюрьмы. Да, да. Дорогая, прощай. Ах, нет. Будь от той,
сутки в темнице томиться буду я. И буду томиться несчастная судьба. Через 8 суток вот придешь домой. Шуршала бы газета, тикали бы часы. Собственно, вот и все. И это было бы для вас счастьем? Конечно. Да черт возьми, да почему же ты раньше об этом не говорила? Послушайте, что вы делаете? Розалинда, я делаю тебя счастливой. Нет, ну... Вы с ума сошли? Тише, Розалинда, тут и не услышите. А вы не услышите, а то как шуршит газета. Милостивый государь, вы знаете, как это называется? Ты сама сказала, что это называется счастьем. Ну чего тебе еще не хватает? Кофейник шумит, шумит. Газета шуршит, шуршит. Кресло стоит, халат надет. Ну чем ты еще недовольна? Но я же говорила о Генрихе. Ну послушай, ты же сама сказала, полного счастья нет. Всегда такого пустяка не достает. Подумаешь, Генрих. Налей мне вина, дорогая.
еще. Ты права, Розалинда, полного счастья нет. Придется мне самому себе налить. Выпей, выпей, милый друг, все изменится вокруг. Пей, мой ангел, пей до дна, и зимой придет весна. Лейся, лейся через край золотой ручей. Кровь красавицы играй в сердце горячей. Даже звезды и луна ярче светит от вина. Вас
пойдем тогда? Назваться мужем для дружины. Итак, я муж чужой жены. Вы ж муж, а друг, а ликра, а нос, с чужим мужчиной вы подчёс. Пойму на твое чувство. Конечно, такой супруг, мой нежный друг, мой верный друг. Мой верный друг, вы мою задели честь. За кого посмели честь? Ах, Бог живой, ночной,
Очень короткие отношения. Ага. Три раза приглашал я ее танцевать, и три раза она мне отказала. Куда уж короче. Ну, а у тебя-то как? А я пока только прицеливаюсь. Ну-ну, прицеливайся. Надеюсь, что с мышкой тебе повезет больше, чем с рябчиком. Желаю удачи. И тебе. Я вижу, что вас не проведешь. Вы угадали.
себе не представляете, до чего господин Айзенштейн не любит ждать каких-нибудь 5 минут, и он превращается в комок нервов. Кто превращается? Господин Айзенштейн. Но позвольте, откуда вы это знаете? Милочка, но ведь каждая жена должна знать, во что превращается ее муж. Уж не хотите ли вы сказать, что вы жена господина Айзенштейна? Ну, конечно, жена. Вы лжете. Что? Генрих! Генрих, где ты? Твою жену оскорбляют! Оставьте эту комедию. Вы не можете быть женой господина Айзенштейна. Это еще почему? Да потому что жена Айзенштейна. Я? Ну, что вы теперь скажете, дорогая баронесса фон Грайфенштейн? Дело в том, что Адель, моя горничная, встретила вас вчера вечером и в точности описала ваш туалет. Ах, вот оно в чем дело. Да. Я вижу, что у вас очень сообразительная горничная. О, далеко не всегда. Простите, а где это она меня встретила? Кажется, где-то возле цветочного магазина. Ах, позвольте, позвольте, припоминаю. Это такая изящная девушка с таким красивым, трудолюбивым лицом. Изящная? Полноте. И лицо, и фигура типичной горничной. Но это во многом зависит и от костюма, сударыня. Ах, оставьте. Порода всегда порода. Ага, ну какое же тут может быть сравнение? Конечно. Кажется, я пробежал по всем залам. А ее нигде нет. О, мышки Генриха. Ничего, ничего. Ну, конечно, не то, что моя в розовом, но тоже ничего. Простите, очаровательная, не проходила ли здесь женщина в таком элегантном розовом платье? Вы спрашиваете о баронессе фон Грайфенштейн? О, она баронесса? Да, господин Фальк. Ну, позвольте, откуда вы меня знаете? Госпожа Розалинда, как вы сюда попали? Где Генрих? Генрих вон там. Где Генрих? Генрих вон там в темнице. О, вы не представляете, как я рада это слышать. Вы представляете, мне пришло в голову, что он здесь. Да-да, что Генрих меня обманывает. Как могут такие мысли приходить в вашу светлую голову? Вы знаете, я проводил его до самой тюрьмы. Когда за ним закрылись ворота, у меня прямо из глаз слезы брызнули. Каково-то там ему сейчас? Ночь жуткая, тишина мертвая, и только шаги часовых. Бедный Генрих. Нужно предупредить Генриха. О, а впрочем... Фальк! О, ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Позвольте вам представить моего самого лучшего друга, господина... Маркиза Карамболь. Карамболь. Чудесно. Князь Орловский. Маркиз, брат, как вам понравился наш маскарад? Мы в восторге, ваше сиятельство. О, баронесс. Маркиз, вы не знакомы с баронессой? Не имел чести. Баронесс. Позвольте представить вам маркиза де Карамболь. Я очень рада. Ты? Да как ты здесь оказалась? Оказывается, вы друзья с баронессой. Это баронесса, это Адель, моя горничная. Но вас, маркиз, как видно, затмение нашло. Но как же вам не стыдно? Что здесь? Что здесь? Что здесь произошло? Он баронессу нашу, он нашу парижанку принял за служанку. Как смешно! Как же так?
себе не говори, Розали, что видела меня здесь. Я сделаю тебе подарок. Хорошо, два подарка. Оренька, хуже бы губы. Пусти, милочка. Но только вы тоже не говорите, парни, что видели меня здесь. Как, ты тоже обманываешь, Розалинду? Ну, конечно. Это же прекрасно. Значит, я могу тебе ничего не дарить. Ну, Оренька. Скажи, пожалуйста, а как это тебе угораздило сделаться баронессой? А дело в том, что барыня отправила дать мне этот... Так вы же совсем еще ничего не знаете. Что не знаю? Боже, Генрих ухаживает за баронессой. А вы сказали, а дальше? Простите, баронесса, я вам не помешаю. Баронесса, представьте меня этой даме. Этой? Этой. Пожалуйста. А, господин... А... Маркиз де Карамболь. Неплохо. А госпожа... А... Герцогиня фон Гофмансталь. Еще лучше. Герцогиня? Герцогиня, прошу вас, баронесса! Что? Баронесса, куда же вы? Ага, Верочка, я очень спешу. Я тут вспомнила, что обещала князю Орловскому поговорить с ним на одну тему. Маркиз, вам очень нравится баронесса? Нет, сударыня, мне нравится совсем другая женщина. Я ее знаю. Ну, вы должны сами это сказать. Знаете ли вы себя? Или нет? Скажите, маркиз, вы женаты? Женат. Но это не имеет значения. Давно? Вы хотите знать, давно ли я женат? Или давно это не имеет значения? И то, и другое. Женат давно, уже целых 3 года. А значение, сударыня, это не имеет с той минуты, как я увидел вас. Какой ужас! Неужели каждая жена становится... неинтересный для своего мужа через каких-нибудь 3 года. Кто-то сказал, что жена – это прочитанная книга. А прочитанную книгу можно хранить, беречь, переплетать. Но читать-то ее уже неинтересно. Боюсь, что многие мужья прочитывают эту книгу так невнимательно, что даже не знают ее содержания. О, свою книгу я знаю наизусть. Неужели вы так хорошо сумели изучить свою жену за каких-то 3 года? Сударыня, за 3 года можно изучить китайский язык, не то что свою жену. Вот, я беру вашу руку. Должен сказать, что у моей жены, конечно, красивая, мягкая, нежная кожа, но у нее не такие длинные пальцы, не такая гладкая кожа, как у вас. Я знаю форму каждого ее ногтя, каждого ее пальца. Я знаю движение этих рук, я знаю, как она машет ими при расставании, как она протягивает мне их при встрече, как она может провести ими по моим волосам. А как она может цепиться ими в ваши волосы, вы не знаете? Ну, надеюсь, это придет ей не раньше, чем я окончательно облысею. Я знаю форму каждого ее ногтя, каждого пальца. Я знаю, что вот здесь между указательным и средним у нее есть маленькая родинка. Боже мой, и у вас такая же. Ну, что вы говорите? На том же самом месте. Но разве может сравниться ее родинка с вашей? В чем же разница? У нее это просто маленькое темное пятнышко, и все. А у меня? А у вас это маленькое темное пятнышко может стать залогом огромного счастья, если вы мне позволите его поцеловать, и источником глубочайшего разочарования, если вы мне в этом откажете. Только теперь я понимаю, почему вышла за него замуж. Первым взглядом покорила, сладким ядом напоила, очарован, околдован, и таинственный магнит и единственной молитвы. Он подвалил, а на светском карнавале. Изменяет мне со мной. О, божественная мышца, гневливо.
мне, я найду вас. Мне так плохо, я в припадке. Что за сердце, где она? Если сердце не в порядке, все в порядке, господа. Жену за интересную женщину. Принять Адель за баронессу. Мой дурак. Боже, сколько бы дайте этому лакею, а что быть на его месте?
лимонад, мороженое. Она. Лимонад, оранжат, мороженое. Оранжат, мороженое, лимонад. Мать Пресвятая Богородица, господин Фай. Оранжат, лимонад, мороженое. Не понимаю, почему она со мной не заговаривает. Оранжат, лимонад, мороженое. Не понимаю, почему он изображает... Оранжат, лимонад, мороженое. Послушай, голубчик. Голубчик, как ласково, а? Ну, слава богу, заговорила. Что изволите, сударыня? Ты что, обалдел, наверное? Виноват, сударыня. И давно ты служишь в лакее? С малолетства. И до сих пор ничему не научился? Вот как ты стоишь? Как ты держишь поднос? Встань вон туда. Нет, нет, нет. Ой, нет, лучше все-таки здесь. Ну, что у тебя за руки? Палки какие-то. Закругли их в локтях. Туловище наклони немного вперед. Голову чуть-чуть набок. И где только набираю такую деревенщину. А теперь улыбайся. О, Господи. Ну, я бы ни за что. За что у тебя такая фальшивая улыбка? Я бы ни за что не взяла лакея, да? С такой фальшивой улыбкой. А вы попробуйте, уверяю вас, сударыня, в жизни нигде никогда не найдете более преданного и верного слуги. Сударыня, ну куда же вы, сударыня? Yeah.
Merci, merci, merci. За наши встречи в добрый час. Merci, merci, merci. За тебя, карамболь, и за вас. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Слушайте все, слушайте все. Тишина. Амур всю ночь старался недаром, сердца наполнить любовным нектаром. И вот от сердец, так сказать, полноты, давайте выпьем все на ты. Выпьем все на груды шанс на ты. Выпьем все на груды шанс на ты. Yeah.
не скрывай свою красу. Пора собираться. А тебе куда? В тюрьму. И насколько же тебя закатали? Да меня никуда не закатывал. Я директор этого заведения. Кто с тобой? Господин директор, а что вы делаете с теми, кто не является в тюрьму вовремя? Мы привозим их насильно. Вот сегодня был как раз такой случай. Должен был явиться к 8 и не явился. Приезжаю я за ним часов 11, и что же ты думаешь? Айзенштейн сидит у себя в комнате и самым беззаботным образом пьет вино. Кто сидит? Айзенштейн. Где сидит? Дома. Очаровательная квартира, прекрасная жена. Да вы что-то путаете. Ничего я не путаю, действительно прекрасная. И на какой улице живет этот ваш Айзенштейн? На зеленой. На зеленой? А дом, дом? 13-й. И с ним была Розалинда? Да. И он, кстати, был красивее тебя. Да. Вот. Так что они там целовались на прощание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эвакей, поскорей, шляпу мне и трость. Эвакей, поскорей, шляпу мне и трость. Эвакей, поскорей, шляпу мне и трость. Шесть утра, шесть утра. Пора, эвакей, поскорей, шляпу мне и трость.
подлый народ, эти арестованы. Какую моду взяли? Как только мое дежурство, так начинают тюрьму раскачивать. Пока сидишь, вроде бы ничего. А попробуешь встать, как они сейчас вправо наклонили, а? А теперь влево. Вот черти, для чего сильно раскачивают? Прямо шагу нельзя ступить, чтобы за что-нибудь не держаться. Свалят они ее когда-нибудь. Обязательно свалят. Ватрак раскачают и свалят. Они понимают того, что если такая большая тюрьма упадет, только они же все в дребезги разобьются. Ведь они такие нежные, хрупкие. Ну разве можно им падать? Вот что, перелью-ка я их всех в одно место и отнесу на первый этаж. Так спокойнее будет. Куда же мне их перелить? О! Скажи, пожалуйста, протекает? Нет, куда же мне их перелить? Знаю, догадался. Не протекает, и кажется, все поместится. Батюшка! Господин дежурный, а что это вы делаете? Да вот, хочу перелить это в одно место и перенести на а ты зачем сюда пришел? Разрешите доложить, арестованный Айзенштейн из 13-й камеры требует, чтобы... Требует! Арестован, чтобы вы немедленно прислали какого-нибудь адвоката. Решите, я сбегаю. Подождет, не развалится. Знаете что? Между прочим, с минуты на минуту сюда должен явиться господин директор. Ух ты, директор? Тогда стой, где стоишь, и не шевелись. Не шевелись! Теперь тяни носом. Шибче, шибче тяни. Ну? Что, ну? Пахнет от меня чем-нибудь или я нет? Я не чувствую. Может быть, у тебя насморк? Никак нет. Тогда подходи ближе. Медленно, медленно подходи. И как только почувствуешь, остановись. Давай. Что, почувствовал? Почувствовал. И что же ты почувствовал? Зависть. Дурак! Ну я тебя спрашиваю, пахнет от меня чем-нибудь или нет? Пахнет, очень хорошо, так подыхайте еще. Пожалуйста. И чем же от меня пахнет? Ромом. Да. И коньяком. И коньяком? Тогда стой, где стоишь, и не шевелись. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. С половиной. Значит, ближе, чем на 6,5 шагов, мне к директору подходить нельзя. Это почему? Потому что знаешь, что он мне сказал? Что он вам сказал? Если, говорит, я еще хоть раз почувствую, что от тебя пахнет коньяком, я, говорит, тебя уволю. Мне, говорит, не нужно пьяный. А как я могу понять, пьяный я или нет? Господи, боже мой! Господин дежурный, ну какой же вы пьяный! О! Господин дежурный,
человек. Человек он когда пьяный. Когда? А? Когда ни Б, ни М не может сказать. Погоди. А может, и я не могу? Б. Нет, могу. Знаете, что же выходит? Можно еще выпить, валяй наливай. Я уже не могу. Бе. Нет, опять могу. Валяй наливай. Забирай бутылки. 6 штук бери ты, а 6 возьму я. Скажи, пожалуйста, все 12 унес. Ну и работяг у меня помощничка. Что пить, что носить, все за двоих. Одно несчастье. Директор у нас не пьющий. Хорошо. Принеси ко мне, голубчик, рюмоч, а нет, чашечку кофе. Одно на двоих? Конечно. Так вы что же, один пить будете? Да. Ну, раз он второго не угощает, значит, второй не директор, заместитель, наверное. Господи, как же мне нехорошо. От чертова шампанское. Надо взять себя в руки. Что за шум? Мой лир упал, господин директор. Почему с таким грохотом? Я был в нем. Если почувствует, что от меня пахнет коньяком, уволит. Ну, как? Прошла ночь. Почему молчишь? Почему не отвечаешь, когда тебя спрашивают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть с половиной. Разрешите отлапортовать? Лапортоврой. Надеюсь, ничего такого не случилось? Ничего особенного, господин директор. Только кое-какие обычные мелочи. Какие мелочи? Арестованные под утро, чуть было не свалили тюрьму. Ты что, опять пьян? Я? Ты? Никак нет, господин директор, совершенно трезвый. Совершенно трезвый. А чушь такую несешь? Ну, сидя... Ну, как могут... Арестованные свалить в тюрьму.
Ну, сидя, оно, конечно, незаметно, господин директор. А вы попробуйте пройдитесь. Да, пожалуйста. А что это вас так закружило? Да. И вот так каждое мое дежурство. Фрош, я шел в ванную. Может быть, вам помочь? Нет, мне никого не нужно. Я сам. Ну и заместитель. Директор говорит, я сам, мне никого не нужно, а он все-таки за него вязался. Рядом идет. Туп, подхалим. А вам что, господа, угодно? Я, кажется, вошел один. Мне нужен франк. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Франк ему нужен. Не жирно ли будет? Вот вам 20 сантимов на двоих и проваливаем. Вы с ума сошли, я говорю о вашем директоре, о господине Франке. Ах, о директоре? Садитесь. Ага. Сидите, у нас все сидят. А я не могу позвать господина директора. Он сейчас в ванне со своим заместителем. А вы, собственно, кто? Я? Я дежурный. А вы, господа, кто такие будете? Господин дежурный, почему вы все время обращаетесь ко мне во множественном числе? Ну, я же один. А я так вам... Что вам, собственно, надо? Я хотел бы знать, правда ли, что у вас сидит некий Айзенштейн? Сидит. А куда же он денется? Вот, пожалуйста. 13-я камера... Арестованный Генрих Айзенштейн. О, даже два раза написано чуть ниже. Айзенштейн Генрих. И когда же его посадили? Когда надо, тогда и посадили. Сам господин директор ездил за ним на квартиру часов в 11. Розалинда принимала в столь поздний час. Какое коварство! Розалинда все равно. 13-й. Господин дежурный, я должен сделать вам признание. Признавайтесь. Генрих Айзенштейн, я. Да? Да. Так что же вы так нахально врали, что вы один? Значит, вас все-таки двое? Господин дежурный, да? А приготовьте адвоката, которого я пригласил для 13-го номера. Пусть войдет. Адвокат? Адвокаты? Да. Присядьте. Сейчас я схожу за арестованным Айзенштейном. Вот идиот. Пошел за вами, когда вы здесь. Здравствуйте. Вы? Зачем вы сюда пришли? Как зачем? Разве вы не посылали за мной? Я? За вами? А, я понял, за вами посылал тот Айзенштейн. Вы так говорите, как будто существует два Айзенштейна. Да, черт возьми, два Айзенштейна. Хотя нет, по правде сказать, того Айзенштейна, который был честен, которого все любили и уважали, больше нет. А есть мерзавец и негодяй, которого посадили. Вы напрасно так строго к себе относитесь. Конечно, грустно, что вас посадили. Ну, конечно. Но ведь люди и повыше вас сидели. Сократ! Галилей, граф Монте-Кристо, все сидели. А кто гулял на свободе? Кто? Кто? Фрина, падшая женщина. А кто был у нее адвокатом? Кто? Да. Кто? Обнаженное телосложение божественной красоты. А что получилось? Что? Что? Все время меня перебиваете, я без вас запутаюсь, не перебивайтесь. Процесс она выиграла, а падшая осталась. А вы процесс проиграли, а чести своей не лишились. Лишились. Я кончил. То есть как это не лишился? Да я лишился всего. Имени, фамилии, жены, камеры. Да по существу мне даже некуда сесть. Вы проиграли процесс, который мог бы выиграть любой мальчишка.
Вы не достойны носить эту мантию. Боже мой, какая мысль. Немедленно снимайте мантию и отдавайте ее мне. Мантию? Немедленно снимайте, или я за себя не ручаюсь. Выслушайте, умоляю, я очень спешил, я прям с постели, у меня под мантией, кроме меня почти ничего нет. Я не могу ее снять. Я считаю до трех. Три. Ну что за счеты между своими? Конечно, берите. Снимайте. Так, парик. Боже мой. Очки. Ваше желание. Да. Все. А теперь убирайтесь. Как же я так пойду? Ну, как? Фрина. Но меня арестуют? Меня будут судить? А вы защитите себя обнаженным телослужением божественной красоты. Простите. Вон! Я ухожу! Теперь-то я узнаю всю. Кажется, веду. Как я рад, дорогой адвокат, что вы пришли! Боже, дай мне силы не применять. Мы ждали вас с таким нетерпением. Здравствуйте! Садитесь. Как вам будет угодно. А теперь позвольте, я вам расскажу всю историю. Прежде всего, с кем имею честь? Должен признаться, я вовсе не Айзенштайн. А почему вы назвали себя Айзенштайном? Видите ли, дело в том, что я был у жены этого самого Айзенштайна. Почему вы вскочили? Ну, это такая экспрессивная манера работать. Удивительная манера. А в котором часу вы у нее были? Часов в 11. Вы застали ее одну? Совершенно. И что же вы стали делать? Пить. А потом? А что пить-то? Такайское. А потом? Потом шампанское. А потом? А потом коньяк. А потом? А потом вдруг неожиданно пришел директор тюрьмы, и госпожа Розалинда настолько растерялась, что мне пришлось стать ее мужем. Мужем, ох, господи. И чтобы не скомпрометировать женщину, мне пришлось идти на банк и выдать себя за ее мужа. Ну, я и выдал. Они меня раз и арестовали. И правильно сделали. Вы ее целовали? Совершенно нет. А она вас? Она меня один раз поцеловала, но совсем не интересно, как своего мужа. Ну, пришли-то вы, чтобы за ней ухаживать. А знаете что, дорогой адвокат, давайте говорить как мужчина с мужчиной. Я думаю, что и вы сами когда-то ухаживали за чужой женой и не считали это за преступлением. Ведь не считали? Да, конечно, потому что мне даже в голову не могло прийти, что когда я ухаживаю за чьей-нибудь женой, хоть мерзавец и негодяй ухаживает за моей. Это гнусно и пошло, милостивый государь. Что? Да. Господин Эйзенштайн. Это вас. Приехала жена. Чья жена? Ваша? Наша? У меня нет жены. То есть как это нет? Вспомнил, такая очаровательная и красивая. Сейчас я вас познакомлю с женой этого самого Эйзенштайна. Мне будет очень приятно. Здесь мой муж или нет? Не видал. А это кто? А это адвокат, который решил выпутать нас из этой ужаснейшей истории. Вы должны ему все рассказать. Молчи, не спаситель. Молчи, а польститель. Уречи, не вродница. Покайся, блудница. Хоть были мы вместе. Скажу вам по чести. Скажу вам по чести. Сидите на месте, прошу вас честь. Затронута честь, прошу вас честь. Затронута. Я прошу вас честь. Все должен знать я досконально, подробно. То, что неудобно, прошу поведать мне подробно. Ушла моя прислуга, осталась я одна. Сыграйте роль супруга, сказала мне она. Я вам, мадам, один вопрос задам. У вас есть муж, а почему ж? Речь зашла
Так это ж он диван, жуиры даже хуже, бесчестный Дон Жуан, кутила и к тому же порядочный болван. Какой же вы нахал, а если б не слыхал? И просто удивительно, что это нам все же. Нет, это уж действительно смерть меры возмутительно. Ночной порой с чужой женой. Какая грязь, о боже! Нет, я, конечно, вас защитник по глазу. Какой же толк на нас кричать и кулаком стучать, когда ваш долг защищать? О том, о сём болтая, вдвоём сидели мы, никак не ожидая директора тюрьмы. Никак не ожидая директора тюрьмы. Что делал он у вас, мадам, в столь поздний час? Эльфрейм ни в чём не виноват, зачем судить ребёнка? Я ваш защитник, адвокат, но я, простите, сам женат. Мадам, увы, но он и вы вели себя развратно. Мне юрист, а мадам есть. Я не могу терпеть развитие, прекрасно. Ужасный адвокат, прошу продолжить ваш рассказ. Несчастный волела, что привело в столь поздний час к чужой супруге вас. Простите, это наш секрет. Нет, нет. Отца узнать хочу, а вас разоблачу. Случайно я вас разоблачу, когда вы сложно защищать. Для подготовки речи я должен точно знать, когда вас присвечи все детали встречи. Вот как.
хорошо. Я тебя прощаю, но предупреждаю, что с этой минуты у тебя начинается совершенно новая жизнь. Строгий контроль с моей стороны и полное послушание с твоей. Хорошо. Если моя новая жизнь начинается именно с этой минуты, я бы очень хотела знать, который час. У меня нет часов. Где же они? Я их отдал в починку. А что с ними случилось? Они начали врать. Вот как? А по-моему, они идут совершенно точно, а врет кто-то другой. Часы, откуда они у тебя? Летучая мышь, я уничтожу. Розалинда, прости меня. Прости, я больше так никогда не буду. Так и быть, я тебя прощаю. Но предупреждаю, что с этой самой минуты у тебя начинается совершенно новая жизнь. Строгий контроль с моей стороны и полное послушание с твоей. О, хорошо, Розалинда, делай со мной все, что хочешь. И ты смел говорить, что у нее эти руки красивее, чем у меня? Розалинда, на меня нашло какое-то затмение. Вот сейчас я смотрю и ясно вижу, что эти руки у тебя гораздо красивее, чем у нее. Сказать, что я прочитанная книга... Розалинда, я идиот. Я пропустил в этой книге самые интересные страницы. Едем домой дочитывать. Господа, вы собираетесь домой? А как же я? Ну, а вы останетесь здесь. Я не намерен здесь сидеть за вас. Но в таком случае моя жена будет скомпрометирована, и у нас с вами остается только один выход. Это какой же? Стреляться! Стреляться? Меня не запугаете! Я остаюсь. Прекрасно. Господин директор! Господин директор! Сколько народу сюда ведут? Куда я всех сажать буду? О, Маркиз, что вы здесь делаете? Господа, как вы сюда попали? Совершенно невероятное событие. Мировой рекорд. За сегодняшнюю ночь у меня выпили весь погреб. Все на последней бутылке. Что же делать? Где можно в такое время выпить и повеселиться? В тюрьме. В тюрьме? Помещение большое. Огромное. Всегда открыто. Для таких, как вы, всегда. Директор, свой вино здесь без сомнений есть. А вино в первом этаже сейчас принесу. Господа, господа, я приглашаю вас всех к себе, но для начала позвольте представить вам мою жену. Летучая мышь! Маркиз, вы нас обманываете. Эта дама не может быть вашей женой. Да. Почему же? Потому что вы всю ночь за ней ухаживали. Мой муж, ваше сиятельство, всегда ухаживает только за своей женой. А еще говорят, нет идеальных мужей. Да. Итак, мое предложение. У меня в погребе стоят 4 нетронутые корзины шампанского. Не 4, а 5? Ну, может, и 5. Позвольте, баронесса, откуда вы это знаете? Генри, что это значит? Вот тебе идеальный муж. Простите, баронесса, откуда у вас такие подробные сведения о моем хозяйстве? Простите, господа, но я не баронесса. Не баронесса? Да вы шутите. Простите, но это да. В таком случае кто же вы? Я. Актриса. Ах, черт! Как же я раньше не догадался! А из какого же вы театра? Из вашего. Из моего? Да. Погодите, погодите. Сейчас я догадаюсь. Сейчас, сейчас. Вы Фанни Лин. Как? Фанни. Знаменитая Фанни. Да, да. Нет, нет, я не Фанни. Не Фанни? Нет. А, Эльза Шульц. Да ну. Нет, да. Я не Эльза. Не Эльза? Нет. А, ну, конечно, Гретта. Я не Гретта. В таком случае я вас не знаю, вы меня обманываете? Нет, знаете. Адель! Ой, какая хорошенькая. Никогда не видел вас такой актрисы. Это новенькая. Новенькая. Какая способная. Так замечательно сыграла баронесса. Гениально. Ах, оставь, пожалуйста, совсем не так уже гениально. Но все-таки лучше, чем вы, роль лакея. Оранжат, лимона, мороженое. Господа! Господа! Госпожа Розалинда, пожалуйста, не говорите, что ваши горничные меня засмеют. Завтра же ее возьму к себе в театр. Не завтра, а сегодня. Хорошо, сегодня, сейчас. Господа, что все-таки здесь произошло?
как сказано у одного поэта. Thank you.